Вот, как и обещал. Граци, брат. Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Все. Мария Аудиторе. Бонжорно, Эсел. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Ком пьячере. Пойдем. Это недалеко. Так, друг семьи. А, помогите Марии. Ну, в общем-то, мы знакомимся с этим... Леонардо да Винчи, по-моему. В общем-то, проблемы с раз. Мне сказали, что ты подрался с Вьери. А-а-а. Еще как. Подрался? Запомнилось на всю жизнь, наверное, это. Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Угу. Они даже не предполагали о том, что в чему все это выльется. А что все это выльется, точнее. В дальнейшем. Все это потом скоро узнаем. Так, пришли. Мастерская Леонардо да Винчи во Флоренции. Мы пришли. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagine. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцио, помоги Леонардо. Эцио, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. Так, Леонардо да Винчи, год рождения 1452, художник, изобретатель, архитектор, ученый, инженер. Леонардо да Винчи изобретил брачный сын нотариуса, крестьянки, вырос в Тоскане. Как многие выходцы из низов, впоследствии ставшие знаменитыми, фамилии у него не было. Винчи – это название его родного города. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его отдали ученики флорентийскому художнику Вероккьо. Вероккьо обучил его химии, черчению, рисованию, ваянию и моделированию. В 20 лет Леонардо открыл свою мастерскую, затем отправился странствовать по Италии. В 1498 году он написал один из своих шедевров, картину «Тайны вечера», а в 1503-1507 «Мону Лизу». Во время странствия Леонардо изучал окружающий мир и записывал свои наблюдения в дневники.
Эти записи в дневниках Леонардо сделаны в зеркальном отображении. Кроме всего прочего, он создал модели вертолета, танка, солнечной батареи и калькулятора. Он также был военным инженером и проектировал гарнизоны, передвижные баррикады и пушки. Несмотря на внушительный список достижений, покровители упрекали его за хроническую медлительность. Работа над картинами затягивалась на долгие годы, а многие полотна так и не были завершены. Кроме того, Леонардо была бурной личной жизнью. В 1476-м обвинили в содомии, и, скорее всего, был гомосексуалистом. Салая и его ассистента обвиняли в воровстве, о том, что он тратит много денег на одежду. Вероятно, Салая был любовником Леонардо. Леонардо написал нескольких портретов Салая, в том числе знаменитую картину «Святой Иоанн Креститель». Кроме того, да Винчи оставил Салая картину «Мона Лиза». Да. Возможно, это Ubisoft. А, значит, стали банкиром? Нафантазировали, ага. Возможно. А может быть, а правда? Ты художник, верно? Ну что, пошли? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись? Это прекрасно. Но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, целей. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виденграция, Мадонна. Благодарю вас. Он бегает так. Он там спокойно не торопясь идет, а они за ним подпрыжкать, чуть не, не бегом кать. Так, пробежали немножко метров, пошли медленно, пробежали, пошли медленно, остановились, пошли медленно, пробежали, остановились. Смешно выглядит, по-своему. Что я теперь скажу клиентам? Покупайте у Луиджи мятые сливы, да, еще как. Ну, блин, игра, конечно, похорошила и, я не знаю, Кать, стала лучше даже по сравнению с первой частью, это явно. Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. И они спарились. Вот это да. Эцио, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Как получится. Особая доставка. Доставьте это письмо и заберите письмо для Джованни с голубятни. Затем верните к Джованни. Но это вряд ли получится, это я понял момент. Там кое-что произойдет. Кое-что плохое произойдет. Джованни запечатал письмо. Мне не следует его открывать. Жалко. Что не следует. Это тоже не следует. Ну да, ясно. Не следует. Так, ну мы поместим сразу же. Так, в общем-то, с этим заданием разберемся, но потом же. Следующий квест выполним потом. Да, уж интересно, кажется, что это игре, по-своему. Скажите, если он все лучше и лучше, мне кажется. Многие персонажи, мне кажется, даже больше нравился Эцио, потому что, по-своему, был более-менее живой человек по сравнению с Альтаиром. Альтаир какой-то, ну, не знаю, по-своему, тоже неплохой персонаж, но что-то менее эмоциональный. Хотя, может, это даже был лучше для него, точнее, даже, по-своему, наоборот, лучше. Именно для ассасинов, хоть. Меньше эмоций, хоть. Больше дела, как говорится. Так, голубятня. Ну что ж, этим займемся первым, потом уже. Хотя уже был в другом порядке, но я, в общем-то, забыл уже, ком они там. Так, что у нас такое?
Вот не помню, что это за значок. Удерживать надо. Вспомнить надо это управление, кать. С тем я забыл, кать. Так, настроить управление. Камера, значок камеры. Так. Буква Т нажимать, удерживать. Так, Т у нас. Отлично, справились с первым поручением. Так, где у нас второй? Второй у нас вот это будет ближе, так что им займемся. Сколько там метров примерно? 68. Ну что ж, неплохо. Пробежимся немножко. Пока. Там недалеко, по-своему. Чуть-чуть добежать. Так, вот как-нибудь допрыгнуть до этого места. А, можно так вот. Потом на лестнице. Думал. По лестнице, точнее. У меня пакет. Знакомый человек. Аудиторы? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой! Вернись! Объясни мне! Да, ничего не объяснил просто. Так. Стану посмотрим сюда. Давно был мужчина, думаю, нормальчик бы давно заподозрил что-то. С таких слов. Так, лестница. Че он лестницу не знает? Так, у нас есть здесь. Ладно, может пролезть хотя бы как-нибудь добраться до того места. Так, попробуем допрыгнуть. У нас получилось в прошлый раз. Отлично. Прям как... Ну, в общем-то, Альдаир и Эцио нисколько не отличаются. Оба акробата. Так, а если не перепрыгну даже? Так, придется прыгать вниз. Не очень удачно. Ой-ой-ой. Да, он проворный. Мои фрукты и оливки! Скотина! Дыхайте дям! Да. Персонажи все, кстати, все эти, которые мы встречаем, более живые, чем в первой части. Хотя все такие возгласы после того, как избивают пути, кстати. Не то, что было в первой части. Явно кажется, более живой мир. Душевленный, можно сказать. А не какие там стуканы стоят, которые... Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Все. Квест выполнен. Особая доставка. Сохранение. Так, в общем-то, следующий квест, я думаю, потом выполню. На этом я пока закончу. Сюда мы поправимся в следующий раз. Даже, возможно, это не какой-то следующий серии, так что не точно помню. В общем-то, увидимся в следующих частях прохождения игры Assassin's Creed 2. Надеюсь, вам понравилось само прохождение. Подписывайтесь, ставьте лайки, давайте звездные, комментируйте. С вами был Гарс, подписывайтесь на 6. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока.